Доброе утро, друзья! Сегодня 7 октября, суббота. Заметили уже, как у нас здесь темнеет быстро. Солнце поднимается только в 7:42. Но сегодня по-прежнему ветер, пасмурно. Пока идет дождь, возможно, будет снег. Погода мерзнет пакостная. На моей страничке пробрались хейтеры с какими-то негативными эмоциями, мыслями. Как обычно у нас бывает, наш российский хейтер — это всеми возможными путями кого-то оскорбить. Ну, как говорится, я достаточно уступчив ко всем этим высказываниям. Я с уважением отношусь к жителям Норильска, но тех жителей, которых я знаю, кем общаюсь, которые действительно здесь живут с середины 90-х даже, живут и не уезжают практически никогда отсюда. Вот. Они говорят о том, что поколение норильчан, тех, которые здесь жили именно с советских времен, напоминаю, Союз развалился в 91 году, вот, их осталось здесь просто единицы, и они, естественно, не бывают в социальных сетях. А кто здесь понтуется, это молодежь, вот, и они уже давно не знают, что это такое, именно, ну, неважно, Норильска достаточно сложно. Бывали, была активная стройка, была пассивная. Но медный завод, например, я знаю, 50-х годов, как его построили, большой реконструкции не было. И он работает на пределе всех своих возможностей, выдавая продукцию. Сейчас большая реконструкция будет на Надеждинском металлургическом. Будут строить еще один плавильный цех с новыми технологическими линиями. Также Норникель серьезную работу ведет и вкладывает деньги в горную добычу, тем самым увеличивая добычу руды. Вот. Если будет руда извлечена из земли, складирована, то потом можно будет поменять технологию. Самое тяжелое из горных масс именно ту самую руду, в которой содержатся все эти ценные элементы. Вот. Вот задувает. Видите, сплошной лед. Отрадно узнать, что у меня дома начался отопительный сезон. Две управляющие компании, как говорится, цыплят по осени считают, показывают динамику по подключению домов. Делает чуть быстрее, уйдет чуть медленнее. Я надеюсь, что все жители в ближайшие дни будут с теплом. Это очень важное мероприятие. Важно настроить все системы, чтобы они были согласованы с котельной и все заработало. Вот. Я рад, что хоть в этом шли компромисс, и никто не ругается. Вот. У нас с такой погоды, к сожалению, не все получается по нашим планам, но будем стараться.
что, друзья, всем хорошего субботнего настроения. Поменьше горести, побольше улыбок, терпимости, толерантности. Наша жизнь – это наше достояние. Ее нужно беречь. А мы будем работать.